Соус барбекю Lone Star. Идеальная пара для вашей курицы. Отлично, Лей. Давай еще разок. Соус барбекю Lone Star. Когда-нибудь слышал о западной гильдии ценителей? Она вручит тебе премию за достижение всей жизни. Всей жизни, значит. А предложение есть, может, роль, сценарий? Сейчас пока нет. Пап, ты зачем пришел? Давно не виделись, да? Меня ждут. Да чертиков меня напугал. Так копы стучатся. Что с тобой? Какой-то ты странный. Я горжусь всего одним фильмом, которому уже 40 лет. С тех пор особых достижений у меня нет. Ли, Шарлотт, Шарлотт, Ли. Привет. Ты пялишься? Просто пытаюсь тебя раскусить. И что же ты там не раскусил? Все. Мистер Хейден, я ваша огромная поклонница. Мне так нравятся ваши усы. И вы им тоже. Сын Эллиот Блистателен. Один из самых популярных актеров 70-х, мистер Ли Хейден. Ли! Я вас тоже люблю. Без вас я никто. Приковывает к экрану. Сколько лет тебе? А тебе сколько? 70. Один. А зачем тебе знать мой возраст? Просто это как-то странно. Если что-то не нравится, могу и уйти. Чистый кинематографический дзен. Что ты там вчера устроил? Мне ждут предложения. Сценарий. Пришли мне по факсу. Ух ты! По факсу. Сэм Эллиот, само совершенство. Ты должна меня простить. Вот так взял и решил все исправить? Дай мне шанс написать еще одну главу. Сэм Эллиот. Лора Припон. Ник Офферман. Кэтрин Росс. Кристен Ритта. Странно, что меня столько лет помнят всего за одну роль. Это единственный доступный нам аналог бессмертия. Герой. Неплохой кофе. Растворимый.